Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Зазепа. Продолжаем играть в ROM 2 Total War. Вот, в прошлой серии мы уже высадились... Ну как в прошлой? Позапрошлой высадились во Францию. Отвоевали часть... еще континент небольшой. Вот, город Алабу теперь наш. Правда, я боюсь сейчас, чтобы тут общественный порядок как-то... Не было бунта у нас тут. Чего я боюсь? И вот наши противники, которые решили нас обойти сейчас с флангов. Вот этого пацана мы сейчас подводим поближе. Да, у нас наемники, мы сейчас по деньгам немного просели. Все не так сказочно и радужно, как звучит и выглядит. Но я думаю, мы справимся. Жалко, наши отряды некоторые потерпели поражение, можно сказать так. Но от этого мы слабее не стали, только сильнее, да? Можете сдать эдикт. Полиос. Кого? Тебя? Давай, братан, прокачаю тебя. Чё там тебе? Убеждение вообще хотел бы. Уже есть шпионов дофига, и это надо. Так. Я думаю, вот это самое полезное. Хитрость плюс один и шанс избежать воздействия. Других шпионов. Все, я думаю, можно завершать ход. Эдикты там какие-то отдельные, не хочу издавать. Нафиг. Сейчас там все отстроится, все нормально будет. Если там какой пунш будет, то мы подаем его. Тихоньку, полигоньку мы этих вот нехороших людей тоже разнесем. Наши союзники. Кто не смотрел предыдущей части, посмотрите. Там много интересных вещей тоже. Так, вот сейчас они вот эту территорию захватят нашу, да? Начался бунт. Черт. Придется и здесь немного с армией решить вопрос. Собрать войска, установить следие. Мы можем. Возможно, создать армию. И чё это нельзя армию создать, а? Собрать войска. Нанять этого человека. А, ё-ё-ё-ё, 54. Да-да-да. Хотя можно распустить несколько наемников. Нет. Так, давай, скачи. Слушай! А давай, знаешь, как хитрее поступим? Сейчас я тебе тут наемничков-то распущу. И... А здесь найму. Так будет лучше. Так. Подожди. Чёрт, а денег-то у нас не прибавилось от этого. Давайте загрузим последний сейв, потому что я очень хорошо поступил. Да. И денег сейчас там на отстройку лучше не тратить, потому что их так мало. Дай бог им сейчас отвоевать от города, это будет очень плохо. Мы попытаемся им не дать это сделать, да? Так. Приятель. Давайте сделаем так, чтобы побольше денег было на следующий ход. А тебе сразу распустим несколько отрядов. Даже почему несколько? Несколько. Так. Вот этих пацанов я в любом случае оставляю. Вот этих можно еще распустить. Все, денег у нас 3700 будет на следующий ход. Это как раз поднаймется. Так. Здесь мы вкачаем ему то же самое. Подожди. Уже вкачано. Добро. Все, давайте.
Будем двигать потом. Сейчас они все походят. Шпионом мог бы тоже походить так. Да, я, наверное, так и сделаю. Какую-нибудь там диверсию сделаю в войсках, попытаюсь. Главное, что ихний там шпион нам приятные вещи не делает. И вот сейчас вот со следующего хода наемничков наймем на этого пацана, который на городе сидит. Посмотрим. И действия там предпримут. Ну, поехали. Ну, потому что сейчас там никого. Они ж не знают, что я там сейчас буду нанимать. Конкретную армию. Вот. Чё это? Другой род выразил желание принять семью вашего персонажа. Все, разрешим усыновление. Давайте наемничков. Вот эти, знаете, оборонительных наемничков. И хороших. Так. Все, и сиди в городе тут и вообще. Укрепляйся тут как можешь. Ага. Больше наемничков, к сожалению, мы нанять не можем. Сколько у тебя там пацанов? Ну да, как раз будет. 17 из 20. Тут уже 20, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Нет, будет 17. Черт. Ладно, давайте им. Ага, а денег-то у нас-то не хватит. Сколько вас там? 10, 10. Ну, учесть то, что мы обороняемся. Хватает денег. Можно было их подтрепать немного. Ладно, если что, приедем, подсобим этим пацанам. А, дорога блокирована. Так давайте нашего шпиона как-нибудь отсюда отведем. Хай разведает. Ну, больше данных там, больше там. Лучше будет. Все, разведка. Двигать можешь? Все, нормально. Сказал бы топчик. Ну чё, будете на нас двигать, не будете? Просто чувствую, сейчас мы будем разминаться так конкретно на них. Но опять же, тактическое преимущество. Пока эти будут заходить в город, мы сможем и конницей обойти. Но плохо то, что у нас подкрепа будет с моря. Посмотрим, я не знаю, что сейчас будет. Там эти мятежники сидят. Ага, назад отступили. Понятно. Сейчас отряд поведем в город туда. Так, понемножку будем тебя снижать количество наемников, но... Будем... А, эти пацаны крепчают. Ясно, походу мне придется иметь все-таки. Ты придется здесь нанять людей. Сколько вас? 8 из 20. I live to serve the people of Britain. Так. Наемников мне немного не хватает. Не, лучше я тебя отведу подальше. Ready.
Хоть бы союзники мне мои помогли немного. Всё, вот этих пацанов мы расформируем. Наемники реально очень серьезно казны жрут. Блин, ну а же лучников почти нету, кстати. А, я понял. Намек понятен. Все, нормально. Эти там куда-то свалили. Ну и пока они свалили, мы и здесь так и будем ждать. Здесь сконцентрируем все наши силы и все. Так, давайте исследование. Что там у нас? Защитное поселение. Одобрение. Стоимость 10 агентов. Ладно, давайте. Нормально все. Что-нибудь другое. Это вот это. У нас будут чики-пути, да? Шпионом пока пускай разведает, где там кто из них находится. Это полезно. Давлен, значит, вооружен, как говорится. Будем дожимать их не последнее поселение. Все, я думаю, конец хода уже можно сделать. У нас не то чтобы очень большая. Можно было и наемников сократить, так побольше. Сократить на несколько отрядов. Потом сократим. Вот наймемся немного там. Своих войск сделаем. Чтобы поменьше было наемников. Да не так у нас вот. На хренячок, как говорится. Уходят. На свои земли. Ну, подвосстановиться, наверное, да? Поднаняться может. Так, все, давай, наемников. Все, они тут ушли далеко так. Нам, может, даже вообще столько наемников не надо. Вот этих вот пацанов нам надо сейчас взять. Конница тебе нужна. Можешь. Тебя понял. Так жестко давайте не будем. Эти могут рубать так хорошо, так сблизи. Но эти покруче все-таки, пацаны. Можем нанять наемников. Здесь. А здесь, наверное, все прекрасно нанимается, да? А, ну 139 денег, ясно. Сколько у вас там людей? 12. Фух! Тяжело. Не, надо. Надо колесницу, надо качественные войска нанимать. Да, блин, дорого. Очень дорого, но я там распустил наемников и... Слушай, а если мы вот так поступим?
Приемный пацан. Но другого выбора у нас нету. А это мой разведчик. Что-то к ним туда. Пускай скочит. Все правильно делает. I call now for you to take to arms against these human wolves. С кем? Give your warriors leave to fight. Это кто? Это русская лига. Хер его знает. Оборонительный союз. Военный союз вы не хотите, да? То есть, чтобы помогал я вам вступить в войну. Так. Ладно, давайте. Now we have talked long, but we have agreement. I am content with the day. Правда, это может быть чревато для нас. Но я не думаю, что они сунутся на наши земли. Но наши пацаны там уже с ними воюют вовсю. Че, хулиганите тут потиху, да? Молодцы. А. 9 из 20. Я не знаю, давай сохранюсь. Давай 9-ю. Больше шансов, я считаю. Я сюда подведем. Это not possible. All possible. Ну, нормально. Немного кроваво, но... этих пидорасов надо отсюда вытравить. Все, теперь нафиг этих наемников с нашей армии. Давай ему, давай свою конницу. То есть иди в городе, там, я не знаю. Налаживай. Прососедские отношения. Нам есть еще и наемников хватит.
Можем? Давайте это. Не-не-не-не-не-не. Там ускоренный шаг. Да? Давай, ходи. А, ты не можешь ходить. У тебя ходы. Я понял, братан. Чего у тебя, парни? Тоже не можешь нанимать. Все. На этом назначение какое-нибудь сделать, наверное, кому-нибудь. Посмотрим, в общем, со следующего хода. Что там? Эти вражины сейчас будут делать. Выдвинулись. А чё наши пацаны там? Так. Куда-то сюда они ускакали. Но надо этим воспользоваться. Понял. А где еще наш пацан? Стоп. Ладно, давай уже сюда скачи. Так вот этих можно нет, да? Конные разведчики. Это лучники, да? Да, мои любимые. Хорошие войска. Тебе срочно вот этим надо затариться. Побольше гоплитов. Нет, нету смысла. Ты этими затариваешься, ты затаришься... Какими, да? Чё, поднимем экономику. Больше денег у нас будет. Тут не вражины у нас плавают. Вроде нет. Они там с теми воюют, мы с этими воюем. Нормально. Эти тут тоже собирают отряды какие-то. Давай, нанимайся. Тоже. Вот это что такое? Понять не могу. А, ты так решил, да? А что ты на воде делаешь? А, давайте элитных войск таких более-менее наймем. Все, конец хода. Просто элитные войска это топ. Эти все равно заход до нас тут не достанут. От наемников мы избавились. Платить им много не надо. Уже. Тоже там что-то обплывают. Подмогу пришли, молодцы. Хотя вот там сделали так нормально, вы их оттянули хотя бы назад. Помогли. Вот, стоите тут.
Ждете нас, да? Что-то они на вас как-то не хотят пока бычить. Так, в теории, если мы сейчас сюда подойдем. По сюда сначала подойдем. Наймем наемников. Кодекс. Так. Чё у тебя с армией? А, там общественный порядок вроде. Вроде растет. Общественный порядок еще поменьше. Тоже подтягивайся. Ты окопаться можешь? Больше наемников. Я позволить пока не можем. Сказал, что не можем. Так. Все, конец хода. Нет. Что-то еще можно. Может. Давай. Там же еще наши пацаны. Наши друзья, то есть. Can you not attack these folk? Your bravery in this would surely be worthy of a war song. Блин, мы и так тут дофига с тем в войне. Может, тебя в жопу послать разок, а? Там выплаты. О, ну давай, господи, достал уже. Guided us to common sense and agreement. Now some ale to guide our wits to sleep. Что-то вы, ребят, дофига просите меня в последнее время. Надо было вам отказать. Вот там война, блин. Эти земли еще даже не подхывал. Нафига у нас воин идет сюда. Давайте себе элиту сюда сдадим. Нас будешь танковать на них всех. Вот эти тебе нужны, пацаны. Короче. Вот эти. Мечники. Конница. Так, давайте я еще отберу тогда кое-кого. Меняемся вот так. Территориальная элита. Вам наемников, может, дадим. Нанять не можем.
Ладно, пофиг. 10,6. Будем поднимать общественный порядок тогда в поселениях этих. Раз денег пока некуда тратить. Я вот хотел посмотреть, с кем мы там воюем. Эти пацаны. Свебы. Свебы к нам нейтральны. Так, Руди. Сиракузы. Сиракузы пофиг вообще пока. Русская лига тоже на острове находится, не критично. Все. Нормально. Давайте потравим, как ты делал с нашими. О. Красава. Все, и ждем следующего хода. Наемников пока сокращать не намерен. Даже еще нанять. Пишу. Все, ребята. Вам хана. Сейчас эта земля нашей станет. Наконец-то. Смотри, чтобы никто к нам не приплыл. Неожиданно. Это наши друзья. Плывают вот вокруг Англии. Ушли. Чё ж вы так, ребята, киданули-то свою землю? Давай подведем поближе. Ну, теперь вы почувствовали всю эту боль, как ощущают они. Все, еще хуже, да? А мне было точно так же. Ты думал. Мне тоже было неприятно, мне тоже было больно своих терять людей. Это. Ну, со следующего хода это уже станет нашей землей. Строится. Тоже. Будет доход. Пока не надо. С армией тоже, я думаю, особо перебарщивать не стоит. Я давненько сюда не заходил. Никаких особо событий здесь не произошло. Давайте сохранимся. Вот реально момент, который вот ну, так долгожданный. Все, конец хода. Ну вы поняли, что это больше не ваш город, да? Чего они сдаться не хотят? Хотят и не хотят. Мне больше будет. Ну чё, орудие? Думаете, да, как походить? Олени. Олени на колени. Серьезно?
Подожди, ты на кого, блядь, быканул? Ну ладно, давай посражаемся немного. Попал на такой маленький отрядик. Не боишься, что сейчас подкрепление прибежит? Дети дубов. Знал точно, что дети дубов. Понимаете, сейчас приедет конница, блин, вам просто, не знаю. Да, отрядик такой маленький, но... Ну а что будет, если вот наши, вот, допустим... Чё, давайте. Что дальше? У нас что, тут тоже два отряда всего. Давай с вами, давай. Давай порезче как-то, а? Седло, быстро! Быстро, ребята, бля! Не то, тыкнул просто. Наши ряды дрогнули. На нашего военачальника напали. Sons of Britain! Britons! Britons! Давайте отходите. По второму кругу сейчас нападем на них. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Сейчас опять улетим на вас. Так главное их не его начальника убейте и все.
Чё, всё, разбежались наши, да? Чепушьё. А где ихний военачальник? Где наша подкрепа? Вражеский военачальник убит. Вражеский военачальник гоплит, блин. Ладно, побегаю, сейчас тут. Все будет. Меня даже не догонишься. Отряд бежит с поля боя. Все. Бежит и бежит. Что вы будете делать? Что, по сути, не делаете? Куда-то бегут, что-то делают. Конница, ребят, ну не догоните. Будьте тут за мной бегать через всю карту. Серьезно. Издевательство над Диви. Выйдем победителями отсюда. Всего 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все, победа! Ура! Тяжелая победа! Ух! Завершить битву. Вот так вот надо побеждать. Тяжелая победа. Военачальника ихнего убили. Отряды их не покоцали. Ну что они тут киданулись? Господи. Два гоплита, один какой-то там бамбуковой палкой. Дубинка, я так понимаю, да? Ну и командир. Ну, конница его просто растоптали там. Тяжелая победа. Учись как надо побеждать противника. Оставляешь конницу и потом тупо бегаешь от него по всей карте. Вот почему приоритете у меня лучники. Ну, то есть как, ну да, снять там конницу, а остальных там, господи. Даже если тупо по времени, ты всегда можешь отступить, это будет просто победа. Тяжелая победа. Просто убежал от них. Да, там этих пацанов, конечно, покоцало немного, но... Они справились. Они молодцы, они малайцы. Что-то быканул там на нас. Пришел там из какого-то заднего Норильска. Веселый пацан. Все, давайте, дайте мне уже спокойно отвоевать от горы. Ну что ты там грузишь уже полдня? О, давай. На. Пить плен. У нас что, пленные были? Серьезно? Раненых там подняли. О, вот, вот начинается разговор. Вот это я вижу. Все, так. То есть так, покрепше. Давай-ка с этим объединись. Так. Оп, оп, оп. Наемничков. Все. Так. Раз. Серьезно? Кто у нас там еще на марше? Все, больше никто не на марше. Все, просто разорвать их. Нещадно.
Тоже мне. Годер, Годерс. Все, наше. Это наше. Империи. Все, империя. До вас мы еще доберемся. Подберемся как-нибудь поближе так друг к другу. Все. Наш. Надо же наемничков немного подраспустить. Да еще эти пацаны придут. Потом распустим. Как догоним их. Отлично, отлично, я бы сказал бы. Так, 9-я. Да, наша территория так знатно разрослается. Еще вот этот кусочек надо, пятачок этот захватить. Все. Сохранение прошло успешно. Конец хода. Почему бы и нет? Надо было, конечно, глянуть, что там с восстаниями там. Потом. Да мы в любом случае тут разберемся сейчас. Подхимичил там над нашим шпионом, что ли, или что ты делаешь? Враг или кто? Или они с ними воюют, или это их не союзники? Понятно пока. Сейчас узнаем. Если что, пацаны, вы не переживайте. Вы можете вполне себе рассчитывать на роль следующих. Мне не тяжело. Куда ты поскакало? Угу. То есть так решил, да? Может, у тебя войска посвежее немного будут? Давай. Побегаем опять от тебя. Ну, как раз наемничков подсократим количество. Мне они-то, в принципе, вообще не нужны. Я их потом распускать собирался. И потом другой армии тебя прихлопнет, тупо. Все. Если они, конечно, сейчас сами не придут на подкрепу. Так. Погоду они выбирали, да? Что здесь? Что оно помечается? Типа отсюда наша подкрепа придет или что? Давайте тогда как-то с края держаться. Реально. Ой. Шерши генерали пускай здесь стоит. Я первым отрядом назначу. Наемников. Вторым? Нет. Что там, телку что ли? Да. А может наемниками быть. В принципе, господи. Живу. Хантекс. Скаутс. Пути Шарше Дженегалем ходить вместе в одной группе. Давайте. Группируйтесь как-нибудь тут. Все, давайте, начнем.
Что вот здесь желтое такое? Подкрепа наша или что? Нам прибыло подкрепление! Are the finest warriors this world has to offer. Go to work! Riders ready! Так. Пацаны. Так. Будьте здесь. Пацаны, вообще отдельный случай. Контролы. Нельзя тогда. Контролы. Нельзя. Бой нельзя. Второй. Так. Так. Так, следовательно, пятый отряд. Сейчас. Поплотнее как-то. Угу. Ну и вы вместе с наемниками. Один отряд. Лучники вместе с вот этим пацанами будут тусить, короче. Так вот. Ну чё, вроде все чётенько у нас. Куда маршал генераль поскакал? Моншаршей-генераль пускай здесь стоит. Не, подожди. Где Моншаршей-генераль? Ой. Сорян. Этот. Сюда становится. Эти вот в один отряд. Не-не-не-не-не. Может вообще генераль отдельно. Ладно, четвертый. Пускай будет четвертый. Так. Первый отряд. Так. Значит, мы немного неправильно распределились. Угу. Пехота, значит, да? Так, всадники, давайте обходите их уже. Тихоньку. Мы обнаружили засаду врага. Наши ряды дрогнули. Где там они уже дрогнули? Вот этих говнюков главное убейте. Угу. Остальными мы разберемся.
молча! Наши бегут с поля боя! Какой позор! Quickly now! Orders! What do we know? Scout riders! Take aim! Уничтожен целый отряд! Так давай подкрикни там на них. Уничтожен целый отряд! Наши бегут с поля боя! Какой позор! Давайте дожимайте их там. Отряд бежит с поля боя. Так, можешь вообще Денегаль, отступай. На нашего военачальника напали. Стоп. Сюда. Сюда. Ну там отстреливайтесь как-нибудь, пытайтесь. Хай сюда бежит. Уничтожен целый отряд. Быстро. Быстро, кому говорю. Наш военачальник погиб. Сука. Как ты, блядь, мог так со мной? Ну и все, сразу армия развалится. Вот как у них погибает, так нормально. Уничтожен целый отряд. Мы обнаружили засаду врага. Ну все, пиздец. Один конь остался. Обнаружили засаду врага. Все. Это был очень маленький отрядик, но это просто реально. Это что-то с чем-то. Чего сейчас отобьем их? Господи. Мне тяжело как-то. Тоша мне, блин. Красавцы нашлись. Это ж наемники, блин. Кому они нужны? Тем более вон, у нас было потери. Нехай мне два раза больше, чем у нас. Сейчас этот пацан придет, тебе тут по шее накостыляет. Понимаешь это или нет? Да, клала я на него.
Хорошо, ну давай уже, ладно, авторасчет. Ну и что дальше? Еще ускакал там на полкилометра вперед. Город обратно отбить не смог, да? Так, а вы куда собрались там? Слышите? Девшие морды, блин. Hail to the mother! How can I help? Наемников нанять не могу. А то сделать приятно я могу всегда. Так. Dark shadows loom. I have seen it done. Даня, только хранил жертву, но не убил. Хранили полководца. Так, а ну-ка сюда давай топай. Топай, топай. Possible. Possible. Ну и чё, кто кого? Чё почём, хотите с мечом, давай. Загнись! Загнулся, молодец, блин. Демиков еще немного побудет тут. I don't care how tired you are. Finding shelter. Чё, взглянем по карте, чё у нас там? Груди. А, вы ещё здесь, вы ещё, блин, сути, не добиты, да? Чё, сдаться еще не хотите, да? Островок все отхапали небольшой, да? Где он там? Тут? Чего? Этот островок мы у вас отнимем. Или он уже наш? Понятно. Что за островок? Но я думал, он необитаем. То есть на нем ничего как бы нету. Все может быть, да? Это был потный бой.
что у нас здесь с землями. А здесь еще сейчас восстание будет. Короче, направляем войска пока туда. Здесь будем так поднанимать немного пацанов. Все равно эти уже нигде не наймутся. О, восстание уже. Все как положено. Все как у людей. Свалили куда-то подальше. Они тоже, походу, с ними воевали. Такие злостные пацаны были. Ну, мы им дали прикурить, в общем. И на тех они быканули. Тебе надо как-то поменьше воевать. Вообще, может, там отказаться от войн всяких. Ну как, не отказаться от войн? Я знал, сейчас сюда приходят. Эти пацаны не дадут там. Нашу палабу не захватили мою. Я понял. Садники. Не, всадников мы можем заловить. Гоплитами. Но их мало очень у нас. Надо как-то так поаккуратнее встать. Чтобы они всадников контролировали. Ну блин, у них сами гоплиты. Хотя бы откормлены у них. Можно, блин, можно конницей. На кого конницей? Конницу на конницу. Попробовать, конечно, можно. Опача. У нас тут все неплохо, да? Что, высаживаться будете? Потом высаживаться будете. Я понял вас, ребята. Британс! Военачальник. Уж обходить. Выдержите направление. Как хотите, держите. Очком немного. Так, лучники. Может, давайте вас сюда. Так. Эти пацаны хай спину прикрывают. Тоже плотничком. Hunters, waters, warriors, grouped. Scout riders. А тоже вместе с лучниками сидите. Корабли, давайте. Причаливайте. Но у них подкреп вроде не должно быть. Я вас понял. Наша засада обнаружена. Ждите.
Ладно, бросайтесь на этих. Темпе. А вы на этих. Наши ряды дрогнули. Оп. Нормально. Жить можно. Все, давайте сносите их. Так вот, господи. На нашего военачальника напали. Ёперный театр. Давай пока цел. Почему наш военачальник выжил? Серьезно? Все, убегать. Подожди, лучники. Где мои лучники? Четвертый отряд. Выстроиться. Так, ну продолжаем. Что у нас тут происходит? Так, лучники. Четвертый. Вот этих вот давайте. Носите. Чего вы не стреляете? Стреляйте давайте. Быстро, живьем. Вас это тоже как бы касается. Чего ж они не мрут-то, а? Че, нормально все? Наши остались без снаряжения. Отлично, они завязались. Вон. Пока не в завязке. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Нормально все. Вы бегом можете? Бегут с поля боя. Какой позор. Он на это гонится, короче.
Нападите вы. Остались без снаряжения. Тоже бегом можете. Я разрешаю. Все, рубите их, просто рубите. Нафиг эту конницу. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Все, сюда. Тоже сюда. Больше нам никто не нужен. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Да ладно, серьезно. Четыре отряда положил, один. Сейчас тут придет подкрепа. Критично. Наши бегут с поля боя. Жесть. Какой позор. Орещи можно? Побыстрее как-то. Наши остались без снаряжения. То, лучники, нет? Да бейте вы их уже. И чё вы там плететесь? Missile armed warriors! Давайте перебейте их там уже. Не, если они сейчас этих перебьют, то я офигею. Давайте уже мечники, вы должны просто похромсать там. Еще и лучники сзади стреляют. Давайте, ребят. Супер. Ну что, по крайней мере, живой остался. Давай. Ребята, живите только. Шупер. Все, изничтожили. Сейчас этих пидорасов бы добить. Там меньше будет. Ладно, все, нормально. Все вроде как не атакуют. Будем ждать. Контратаковать. Не, не хочется на них лезть вообще. Подождем. Продолжаем нашу запись. Вот. Они так и не решились сдвинуться с места. Время, как видите, 8 минут осталось. Подождать тут немного осталось. В общем-то так. Считай, что вывел эту битву я. Тяжелая победа, да. Вот это действительно была тяжелая победа, потому что это не как тогда я там вот всадником просто бегал. Просто убежал и все. Просто смылся. Здесь мы реально вот Держали здесь все, что можно. Эти всадники, это реально, это головная боль такая, что ух. Победа. Пацаны, я не знаю, они либо подвисли, либо еще что. Стоят там отрядом. Но я уже решил, что за ними не пойду. Мало ли там еще перестреляют нас.
колхозники там. С кем-то. Знаю, ночными шапочками на голове. Че это за головной убор такой? Германские юноши. Против отряда избранных мечников. Британские прашники. У нас просто уже очень мало тут. Я поэтому уже... Подождать так подождать. Держали рыночную площадь. Что у них здесь есть на этом, на этой рыночной площади? Это капусты, рыбы какие-то. Деревушка, в общем. Да ради этой деревушки мы столько человек положили, господи. Больно надо. Сделали там как-то побольше ее, что ли. Чувак там в фуфайке. Чё там? В ночной рубашке. Брат-близнец. Видите, аж прыгает от радости. Победили, победили их. 3 минуты осталось. Ура, можно подождать. Стоят тут на горе трупов. Вообще-то уже кончается. Все. Чего отдохнешь, успеешь? Все нормально с тобой будет. Аж прыгают. Жить будете, не переживайте. Свежие. Это они еще свежие. А вы как? Тоже свежие, да? Че, 1 минута осталась, да? У нас аж целых 3 отряда. Поломали тут прилавки, понимаешь ли. Все. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все, победа. Держали. Учитесь. У них потери поменьше будут, чем у нас. На троечку. Однако, смотрите, 390. У них было побольше людей. Передачу еще эти гребаные всадники. Передачу они еще прокачаны, голубые. Все. Не в этой жизни, пацаны. Все. Убиваем пленных. Ну. Хотя выжил полководец наш. Эй, где войска? Не понял. Доблестно сражались. Всех на пенсию отправил. Все, the best. Под нанятие войска может немного. Считаешь? А давайте наемников сунем, потом. Что у тебя по войскам? Понял? I live to serve the people of Britain. Так. Добиваем их. И сейчас в город вернемся, распустим наемников. Хайн там уже сидит. Держит. Все, восстание подавлено. Восстание подавлено. Приведем немного экономику в порядок. Не особо нравится, что эти здесь хутятся. Морские змеи, вы кто?
конфедерация дерманцев. Что за конфедерация дерманцев? Взаимоотношения недружественны, но мы с вами не воюем. Конечно, было бы здесь здорово так отвоевать, но мы пойдем сюда. Вот так вот. Где там те пацаны, с которыми мы воевали? Русская лига. Я же здесь, да? Кто еще? Сиракуза. Покрепче будут, пацаны. Ну что, можем вас захватить. Я понял. А что-нибудь там для роста культуры может как-то можно сделать, нет? Отплыли. Так, вас мы распустим. Серчайте. Мы с ними не воюем, они, блин, не должны нас захватывать. Ты давай подберешься поближе сюда. Не-не-не, нормальным ходом. Так. Что у нас тут? Вроде что-то строится. И вроде что-то нормально. Там у нас восстание будет скоро. Но я боюсь отводить. Чтобы мне город обратно не отвоевали. Все. Короче, конец хода. Если у нас ничего особенного нет. А, ну давай уже. Значим. Так уж и быть. Подсидел всех. Конец хода. А можно и вот этих там сдернуть. Так идем вдоль побережья, что? Мы можем этого посадить там. Чувака, который решает вопросы, в общем, в обществе. Как забыл? Не меценат? Не... Как его? В общем, полезный чувак. Бунт, значит, или что, нет? Восстание неминуемо, да? Здесь восстание неминуемо. Я вас понял. Точтит Нодинса не будет голодать. Вам тут вроде поставили, так нормально. Что вам еще надо? Что, давай нанимай войск. Так,
Куда бы тебя послать-то, а? Давай сюда, чеши. Раз дойдешь с следующего хода. Здесь может тоже чувака нанять. Считаете? Да, надо. Может быть. Следи, я лучше вот так сделаю. Трави. Так, сделаем тебе. Так, и разведаем по карте нашим шпионам. Свеба. Вас бы свебом я бы, конечно же, немного нагнул бы. Ой, ну вы там со свебами не дружите? Вы всеми воюете. Замечательно. Свебы. Значит, идем разведывать вас. Свебы. Так, нет. А давайте вообще лучше сохранимся. Сохранимся. И на этом, я думаю, можно будет завершить нашу серию. С вами был Зазепа. На, серия подольше получилась. Лайк, подписка. Всего хорошего, удачи и пока.